В Петербурге парадные, в Иванове подъезды, и парадный вид они имеют далеко не всегда. Шестой подъезд дома номер 32 на улице Благова ждал косметического ремонта более 20 лет. Минувшим летом управляющая компания заменила деревянные окна на стеклопакеты. До внутреннего убранства руки дошли только теперь. По перечню работ туда входит у нас зачистка, значит, старые побелки, старые краски, шпаклевка идет, грунтовка, побелка, окраска панели. Значит, поручней. Все это входит вот в этот состав косметического ремонта. Кроме того, обещают повесить новые почтовые ящики. А вот потрескавшуюся плитку на лестничных клетках менять не будут. Впрочем, это не главное, что беспокоит жильцов. В доме есть проблема посерьезней – прохудившаяся крыша. Коммунальщики уверяют, что регулярно проводят кровельные работы. Правда, вода уже успела подпортить свеженькую побелку на пятом этаже. По поводу ремонта, я говорю, прежде чем делать косметический ремонт, нужно было сделать протечку на пятом этаже. Это ребята только сделали, побелили, и сразу в этот же день прошла промочка по подъезду. На третьем этаже, на пятом. Так что я считаю, что это все неправильно сделано. Волнуют жителей пятиэтажки и обилие строительного мусора. В первые дни работ ступени были укутаны белоснежной известью. Входные двери порекомендовали закрыть тканью, чтобы не испачкать. С временными неудобствами приходится мириться и относиться с пониманием. Ну, грязно, вы понимаете, грязно. Я считаю, во время ремонта и так и будет. Мы даже сами вот тут немножко убирали, уборщицу убирали вот вчера буквально. Я считаю, во время ремонта так и должно быть. Потом это все ликвидируется, уберемся. Освежающий ремонт управляющая компания должна по закону осуществлять раз в 5 лет. Если о своих обязательствах указ забывает, стоит напомнить. Игнорирует обращение, жаловаться в надзорный орган, госжилинспекцию. Туда же можно сообщить, если проведенным ремонтом недовольны. Договор управления включает в себя обязательный перечень работ, которые в доме должны выполняться. Так вот, ремонт подъездов – это работа, которая включена в обязательный перечень. Независимо от стоимости договора, обязанность по выполнению обязательного перечня работ на управляющую организацию возложена. То есть, если они пришли в многоквартирный дом управлять, то они уже не имеют оснований говорить жителям, что у вас очень маленький тариф, вы очень мало платите за содержание жилья, поэтому ремонт подъезда мы вам выполнить не можем. Если за последние 5 лет управляющая организация про подъезд не вспоминала, стоит наведаться и уточнить, когда планируют. Евроремонта, скорее всего, не будет, а вот свежая краска и побелка должны появиться. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.